дорогие ульяновцы, от всей души призываю вас быть очень внимательными и ответственными по отношению к своим родным и близким. Пожалуйста, носите перчатки, маски, соблюдайте дистанцию. Если чувствуете себя плохо, обратитесь к врачу. Ведь как важно, чтобы все мы вернулись к нормальному образу жизни, посещали спортивные мероприятия, учились в школе, да вообще просто были счастливы и жили без ограничений. Поэтому сегодня от каждого из вас зависит наша безопасность. Носите перчатку, маски, будьте счастливы и здоровы! Здравствуйте! Я Григорий Дрозд, чемпион мира по боксу среди профессионалов. Из Кузбасса, из города Кемерово. Хотел бы обратиться к нашим друзьям, к жителям Ульяновска и Ульяновской области. Друзья, я призываю вас сохранять дисциплину и, конечно, сохранять безопасность. Носить маску, носить перчатки, быть внимательным к своему окружению, к своим близким. Давайте друг друга беречь в этой непростой ситуации. Еще раз желаю всем здоровья, будьте внимательны, и все проблемы, все невзгоды пройдут. Мы все победим. Здравствуйте, ульяновцы! Я олимпийский чемпион по гребле на байдарках и каноэ Максим Ополев из города Волгограда. Мой друг, член общественной палаты от Ульяновской области, Елена Истягина-Елисеева попросила рассказать вам про ковид. Ведь я один из миллионов россиян, переболевших коронавирусом. Самое главное, что многие разносчики опасной инфекции просто не знают, что болеют. Заражают близких, друзей и случайных людей в общественных местах. К сожалению, многие халатно относятся к своему здоровью и здоровью других. Ходят без масок. Пренебрегать мерами безопасности, мягко говоря, безответственно. Вирус можно легко подхватить и тяжело заболеть. Но соблюдая простые меры безопасности, можно хоть как-то уберечь себя и других от распространения этой заразы. И все равно, в Ульяновске вы или, как я, в Волгограде, будьте ответственны. Я, как переболевший COVID-19, говорю вам, маска, перчатки, антисептик – главное пока и единственная проверенная панацея от коронавируса. Берегите себя и своих близких.